Может быть, работали? А есть те, кто был в Артеке, скажите, пожалуйста. Какие молодцы, вот, много артековцев. Но я тоже там был, Свет, только не в детстве, а недавно. И будучи уже взрослым, но хочу сказать, все те, кто там побывал, спустя 10, 20, 30, 50, ведь мы все так или иначе артековцы. И это звучит гордо. Да, что-то действительно, это остается с тобой навсегда. И песня около костра, и прогулки вдоль моря. И это бесконечно прекрасное море. И, конечно, вкус каши, дружба, ну и первое свидание. А как без них-то в лагере? Никак невозможно. Там написано в тексте про робость первых поцелуев, Света. Ну, не знаю, у меня были уже в другом сознании. Миропева, друзья, Зейналова, какая молодец. А легендарный человек сейчас появится на этой сцене. Знаете, про таких мы говорим. Человек на все времена, с юности влюбленный в Артек. Народный артист Советского Союза, президент фестиваля «Алые паруса Артека», Москва, Россия, встречайте, Василий Лановой! Здравствуйте, дорогие друзья! Как мне приятно видеть вот такой вариант перед историческим музеем. Невероятно! Мы отсюда начинаем, вернее, подхватываем основное движение «Бессмертный полк». Мы присоединяемся здесь, но такого количества все-таки еще ни разу не было. Это фантастика! Здравствуйте! Дорогие друзья, Россия, Артек, Севастополь. Вот три понятия, которые для меня самые лучшие, самые важные в мире, потому что столько связано с каждым из этих определений, что трудно себе представить. Я киноактер. Поэтому многие фильмы снимались в Крыму именно. И премьеры фильмов, в которых я снимался, играя центральные роли, тоже проходили в Артеке, в пионерском лагере. Павел Корчагин. Это была первая картина, которая снималась, премьера была в Артеке. Я помню, какие вышли ребята после просмотра этой картины, как они говорили, а я его по-другому видел, а оказывается, вон он какой, говорили школьники младших классов. Это были замечательные фильмы «Алые паруса». Целиком снимались в Крыму именно Александр Грин, великий русский романтик, один из великих романтиков мира, написал это произведение, и там есть такие слова у героя, которого играл я: «Если человек жаждет чуда, сделай ему это чудо, новая душа будет у него и новая у тебя». Вот слова великого романтика Александра Грина. Я помню, как мы снимали полгода приблизительно картину в Ялте, в Крыму. А корабль «Товарищ парусник», замечательный парусник «Товарищ» назывался, и капитан Дворкин вез для съемок из Одессы «Алые паруса». Они были сшиты из того же шелка, из которого шили пионерские галстуки. Из этого же шелка. И когда мы с Дворкиным из Одессы ехали в сторону Ялты, уже подъезжая к Ялте, а еще «Алых парусов» я не видел, я ему говорю: «Товарищ капитан», он говорит: «Слухаю тебя, Василий». Я говорю: «Скажи, а можно одеть вот сейчас эти алые паруса до того, как мы войдем в Ялту?» «А зачем?»
Он говорит, а посмотришь, какой будет, какая будет, какое движение будет. Какое движение будет? У нас только движение вверх, Василий Семенович. Спасибо большое, Василий Лановой, друзья. Это все? Конечно, спасибо большое. Ваши аплодисменты. Невероятному человеку. Я хотел бы еще товарищу, больше 20 лет я руковожу в «Артеке», фестивалем детским «Алые паруса», и многие-многие дети, принимающие участие в этом фестивале, выходили и говорили, вот это самое интересное, что было в моей жизни. «Артек» в моей жизни. Спасибо! Василий Лановой! Народный артист Советского Союза, Василий Лановой, спасибо огромное! Боже мой! И правду говорят, ведь «Артек» — целая страна, страна под названием «Детство». И встречайте на нашей сцене победительницу проекта «Голос дети» Ярослава Дегтярева! Реки, моря, океаны, леса и поля, горы могучие, снеги и ветры лишние. Это бескрайняя, это родная земля. Это наш край, наш рай, это Россия. Любовь и слава, небес простор, и триколор великой жизни в ветрах стихи, миссии шаг. Наш самый лучший из всех планет, народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Женщины нежные, дети растущие вниз. Что делать? Россия! Любовь и слава, небес простор, алёну главы и триколор, великой жизни в ветрах стихи, миссии шаг. Наш самый лучший из всех планет, народ могучий и президент, моя отчизна, моя Дегтярева, боже мой, какая молодец! Такая Ярослава. Маленькая, а такая талантливая. Давайте.